крутых деток не должно остаться даже воспоминаний. Будет сделано, шеф. Ну что, чьи воспоминания тут нужно отрезать? Это Cool Kids, крутые детки. Итак, зимой и летом одним цветом. Ты чё, серьёзно? Что, слишком сложно? Ёлка? А вот и неправильно. В смысле? А что тогда? Зимой и летом одним цветом кровища! Что ж, выбора у нас больше нет. Да, придется смириться. Ксю, если это наша последняя минута, то знай, я тебя очень любил. Тоже мне романтик нашелся, не последняя. Вы еще в желудке у этого змея встретитесь. Всю атмосферу испортил. Подождите-ка, на генераторе реальности есть еще кнопки. Значит, если я призвала змея Горыныча одной, чтобы он исчез, нужно нажать на другую. А раньше ты об этом вспомнить не могла? Ну а как бы мы сюжет про змея Горыныча на всю прошлую серию бы растянули? Так, стоп! В смысле я должен исчезнуть? Я еще сожрать вас должен! Нажимайте уже! А кто-нибудь помнит, как мы в бассейне оказались? Не, и главное зачем? На дворе январь! О, смотрите, наши мамы тоже здесь. А, ну тогда нормально. Наши мамы лежат на лежаках, загорают, мы плаваем в бассейне, на дворе январь. Ничего необычного. Слушайте, а у меня идея появилась. Давайте устроим между мальчиками соревнования по плаванию. Отличная идея. Мы с Вальдемаром Юрьевичем и Беатрисой Ивановной будем судьями, а девочки будут группой поддержки. А вам не кажется, что это нечестно? Ну почему же? Да потому что у девочек всегда соревнования, кого быстрее на руках донесут, а у нас постоянно какая-то физическая нагрузка. Юра, не ной, спорт – это круто. Не переживай, на руках девочек носить тоже будете. Так, а ну выстраивайтесь здесь на старт. Мы готовы! На старт, внимание, старт! Александра, не хотите ли вы отправиться со мной в плавание? Ну, если только на руках понесешь. Да без проблем. Я тебя хоть всю жизнь готов на руках носить. Еще возмущался. Виолетта Борисовна, а не хотите последовать их примеру? С удовольствием, Вальдемар Юрьевич. Фу, аж противно на это смотреть на все. А ты что стоишь? Я тоже на ручки хочу. Мадам, прошу вас. Ну, вообще-то не мадам, а мадемуазель. А меня на ручках покатаешь? Запросто. Ну что, ты рада, что стала со мной встречаться? Ну, на безрыбье и рак рыба. А, да, конечно.
конечно, рада, Игнатик, ты такой заботливый. А в щечку поцелуешь? Ну, не при всех же, вот как останемся одни, так поцелую. Слушай, давно хотела спросить, что между нами происходит? В смысле? Ну, мы стали реже видеться. Ну ты же понимаешь, что у меня тренировки каждый день, я готовлюсь к краевым соревнованиям. Да меня уже даже девочки начали спрашивать, и расстались ли мы. Так, Амелия, давай после бассейна сходим в кино или в кафе. А на девочек не обращай внимания, они просто завидуют. Так, прочь плохое настроение, я тебя люблю, и у меня самая красивая и лучшая девушка. Я тебя тоже люблю. Ой, солнце сегодня беспощадное. И не говори. Даже не помню, когда последний раз такое было. Ой, боюсь, загар неровно ляжет. Девочки, хватит уже загорать. Присоединяйтесь. Водичка супер. Да нет, мы лучше позагораем. И отсюда детей лучше видно. Да что с ними может случиться? С ними же учителя. Ну, мало ли. И вообще, им уже пора вылазить из воды. Она холодная. Пусть погреются на солнышке. Так, дети, вылазим из воды и греемся. Ну, нет! Нет, вылезайте скорее! Виолетта Борисовна, скажите им. Так, 8А, и правда вылезайте. Водичка стала прохладненькой. Сейчас согрейтесь на солнышке, а потом можно и снова будет в бассейн. И ко мне в холодный бассейн джакузи не залазить. Здесь слишком холодно. Вон, смотрите, пар холодный идет. Нет, тут что-то не так. Ну, не должно так быть. Январь – это же зимний месяц, да? Ну да. Ну, значит, на улице сейчас холодно, а мы сидим в теплом бассейне. Ребята, а вам не кажется, что мы в какой-то другой реальности, где все наоборот? Наши родители бы не стали нас вытаскивать на холод из горячего бассейна. Значит, это не ваши родители. И это не наша реальность. Девы! Ты смотри, умные какие. Обо всем догадались. Так что, вы не будете вылезать сюда на холод? Нет! А ну быстро рассказывайте, кто вы такие и почему похожи на наших родителей. А не слишком ли много вы вопросов задаете? А ну быстро вылазить из воды. И не подумаем, пока вы не скажете, что здесь происходит. Ну что ж, вы сами напросились, крутые детки. Шеф, задание выполнено. 8А, темные маги их учителя, уничтожены. Хорошая работа, агенты. Вы обеспечили нам господство во всех мирах и временах. Не забудьте поднять со дна бассейна генератора реальности. Для зачистки ментальных следов отправляю вам повара маленькие кошмары. От крутых деток не должно остаться даже воспоминаний. Будет сделано, шеф. Что, чьи воспоминания тут нужно отрезать? Ха-ха-ха-ха! Я приготовлю из них бифштекс с кровью!